слева направо. Очень тяжело пролезать, но интересно. Столько всякой пещерной живности увидели. Как образуются сталактиты вообще. Короче, повторили произведение. Владик, то, что ты в прошлый раз говорил, не заснялось, потому что выключилась камера. Так что можешь повторить. Вход пещеры очень широкий. Сверху над пещерой есть дырка, через которую попадает свет. Вначале все видно, но когда проходишь дальше, ничего становится не видно. Она сужается сверху, по бокам, становится все уже и уже. Под конец она делится на два туннеля. Левый и правый. Слева туннель идет, и там комната. Но можно пройти еще чуть-чуть дальше. Там есть какой-то закоулок. Туда можно пройти. Но я не знаю, что там. Слева пещера идет вниз далеко. Но и все время сужается, становится все меньше и меньше. Обитает кто-нибудь в пещере? Обитают в пещерах пауки, комары, кузнечики, бабочки, сороконожки и летучие мыши. Ну, летучую мышь, по-моему, мы не видели сейчас. В прошлый раз она была, да, там? Да. Мне очень понравилось. И точка, что фонарика не было.